перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Можно? Да, поговори по поводу, ты учитесь с Максом, поговори по этому поводу, вы это к нему опасно. Найди Макса, перепизди. Перепизди, блядь. Здорово, ебать, как сам рыжий, сука, блядь. Рыжий, блядь, ну-ка рассказывай, чем занимаешься, блядь. Алкоголь, напитки, блядь, употребляем, блядь. Нет. А что это, блядь, квас, что ли, ебать? Что это, там? Моча, блядь, что это? Это моча мастодонта. Моча мастодонта, ебать. У-у-у. Сейчас к нам побольше человек присоединится, я вам расскажу кое-что интересное, где я нахожусь и чем мы занимаемся вообще. В данный момент вообще запускается наша любимая, блядь, FIFA 18 на огромном проекторе. Вот. Наши дисплейс. Сейчас еще поднакопим людей. Вот она. Всем привет. Второй Injustice. Gold Edition, сука. Это пизделки, да? Это очень жестко. Пам-п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 ам. Так, немного инфы, короче, вам, чтобы вы не скучали. Я приехал в Тюмень на съемки клипа на один из треков с нового альбома, который... Пару недель, приехал я в одно интересное место. В Тюмени есть такое замечательное место. Называется, блядь, это кибер-арена, короче. Вообще с играми не как это. Это главный чувак. Вот эмблема. Ладно, не знаю, что сейчас делать, но... Так, сейчас я вам покажу. Это просто охуенное место. Здесь всякие ребятки. Здорово, как у тебя дела вообще? Нормально. Нормально? Чем занимаешься? Во что играешь? В РПГ. В РПГ? Какие твои любимые игры? Да ладно, что ты не парься. Говори как есть. Ну, КС. КС-ка? И что, ты крутой там? Какое у тебя звание? Не помнишь? Ладно. Давай, удачи тебе, дружок. Так, короче, это компьютерный клуб новый в Тюмени. Вот, сидят типсоны, играют. О, здорово, братишка, как дела у тебя? Ага, все отлично, как видишь, работа. Ебать, тут просто так охуенно. Ребят, короче, я тут приехал к своим знакомым чувакам. Они открыли киберарену. Это самая крупная компьютерная игровая площадка в России. Вот, и здесь просто происходит пиздец вообще. Я в полном восторге. Сейчас мы будем разъебываться с огромного проектора. Я буду Никиту разъебывать. Чипчик. Да. Куда ты нахуй денешься? Вот. А больше информации об этом замечательном месте я потом вам расскажу. Вот, а пока мы будем играть. И информацию про клипы, про альбом. Это все я вам расскажу чуть более позже. А пока...